ты как раз-таки сейчас попала в такую ситуацию, когда нужно набирать очки, нужно, можно сказать, собирать победы. Если допускать какие-то осечки, то «Динамо», возможно, может отрываться, и поэтому нужно побеждать и Слуцк, и нужно побеждать и албанскую команду. Мне кажется, что действительно игра будет непростая, тем более, я как понимаю, билеты все распроданы, и это неистовствующая слуцкая торсида, которая соскучилась по своей команде, она будет просто гнать вперед. Все-таки, наверное, Слуцк действительно, правильно сказал Тарас, это как в Англии домашняя команда, которая играет постоянно все матчи при переполненных трибунах. Одно дело ей играть в гостях, и другое дело при своей публике, которая на самом деле гонит вперед. И мне кажется, даже Батэ будет очень тяжеловато в этой игре. Просто мне вот интересно, без всяких там турнирных раскладов, посмотреть, как же сможет Слуцк совладать с многолетним, с многократным чемпионом, и как Батэ сможет восстановиться после игры в Еврокубке вот на этом, на стадионе в Слуцке, где действительно будет ему непросто. То есть будет интересно в любом случае. Из трех футболистов Вадим Мелько, Евгений Лошанков и Вячеслав Григоров. Опасная атака. Сальто выходит 1-1 с голкипером. Бьет в левый угол, но промахивает. Результаты и определенные шансы на продолжение еврокубковой борьбы у Батэ есть. Опасный момент возникает у ворот Слуцка. И вот так вот неказистом фланга. Ну, что-то странное произошло. Григоров. Как классно разыграно. Вот и Вадим Мелько. Ну и что показывает арбитр? Показывает, нужно... Ну вот, Вадим Мелько укрывает мяч корпусом. Ну, чуть-чуть подтолкнул Максим Володько соперника. Но, на мой взгляд, это и близко не пенальти. Нужно поднимать. В первом тайме не хватало ширины. И перешел на систему 5 защитников с двумя коридорами. А вот и заход на второй гол. Передача на Виталия Родионова, который с убойной позиции промахивается по ворот. Давайте смотреть. Дальний заброс. Александр Павлов. Прострел на линию вратарской. Ну, опять Клашанкова. Удар. Прямой удар. Сергей Черник. Отскок от газона. От груди голкипера. И 1-1. Слуцк сравнивает. Во-первых, он был непростым. С отскоком от газона. Я это имел в виду. А дальше уже отскок от груди Сергея Черника. Замешательство. Андрей Кагуш пытается исправить ситуацию. Андрей Кагуш. Штрафную делает передачу Виталий Родионов. И что тут будет? И счет 2-1 в пользу Батэ. Происходит на поле. Какой-то определенный сумбур. Смотрим еще раз. Там и Филипп Младенович готов был добить мяч в ворота. Готово идти в контратаку. Еще один удар за предел штрафной добивания. Ну как так? Вадим Мелько не попадает в ворота. Еще... Матч между Слуцком и Батэ, конечно, был интересен прежде всего в проекции на подготовку борисовчан к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Скендербео. И хочется верить, три мяча в исполнении дружины Ермаковича раззадорят голевой голод желто-синих, которые не забивали в 5 еврокубковых поединках кряду. Потому что в Албании, ну, просто жизненно необходимо забивать. Что до Слуцка, то эта команда понравилась. Она не стала продолжать, скажем так, скендербеовские традиции и тотально закрываться в обороне. Футболисты были нацелены на мяч, на ворота, задорно бежали вперед. Может, во втором тайме встреча стала скучнее, но и то это скорее по вине гостей. А так, конечно, не применем отметить, что... Слуцк – это самобытная дружина, которая нужна нашему чемпионату.